мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Два дня дало правительство Тувы на завершение работ по подключению к теплу многоквартирных домов Кызыла. Правительство республики планирует провести специальную служебную проверку в отношении руководителей социальных объектов, которые не приняли необходимых мер для получения паспортов готовности получения тепла. Кроме того, глава региона потребовал создать на базе мэрии оперативный штаб, который должен действовать до тех пор, пока все многоквартирные дома не будут подключены к теплу. В штаб должны войти руководители управляющих компаний, ТСЖ, всех структур, которые занимаются вопросами ЖКХ и городским хозяйством, а также все ресурсоснабжающие организации. Выясняйте, какие нужно провести работы, но необходимо, чтобы тепло дошло не до домов, а до конкретных квартир. Из всех муниципалитетов срок дали тепло на объекты только Ховаксы, остальные опаздывают, особенно в Кызыле. Отопительный сезон в городе Кызыле продолжается. На сегодняшнее число, на 25 сентября, осталось подключить 16 многоквартирных жилых домов. Работа практически завершается по подключению, по подведению тепла к жилым домам. В настоящее время сейчас основная работа ляжет на управляющей компании ТСЖ, обслуживаемые многоквартирные жилые дома. То есть данные управляющие компании должны уже непосредственно подводить тепло по стоякам до каждой квартиры. Вот эта работа будет достаточно очень кропотливая работа, будет практически сутками продолжаться для того, чтобы максимально ускорить подачу тепла непосредственно в квартиру уже. Вот эти 16 домов у нас в этом году, к удивлению многих, значит, не справилась управляющая компания «Сервис Плюс». Поэтому вот в основном остаются неподключенными ее дома. И часть домов МУП «Енисея», которые, скажем так, дома коридорного типа, бывшие общежития. Завершаем подключение, я думаю, сегодня и завтра практически все уже будут подключены. Только остается дело за управляющими компаниями ТСЖ. Еще постоянно будут чувствоваться, что не подключены непосредственно по стоякам некоторые квартиры. Значит, поэтому необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу мэрии города Кызыла, телефон 2-31-42. Мы будем оперативно, значит, решать вопрос с управляющими компаниями. Также в краткие сроки завершить подключение к теплу правительство республики потребовало и от других муниципалитетов Тувы. Помимо этого, Шалбан-Карол начал проверки готовности сельских котельных к зиме села Чахоль. Первая же поездка показала, что районные власти не торопятся исполнять требования подачи тепла в отопительные системы в социальных объектах с 24 сентября. Как сообщили в Минтоп энергорегиона, готовность чахольского участка к зиме сегодня составляет 62%. Отставание района от графика начала отопительного сезона связано с капитальным ремонтом котла-агрегатов. Капитальный ремонт, тяжелая жировка, энергоремонт, 5 энергоремонтов. Кроме того, район не завез еще ни одной тонны угля, хотя обязан был создать необходимый запас еще до 1 сентября. Тем не менее, в администрации района уверены, что до холодов ремонт котельной будет завершен и отопительную систему запустят. В целом, по республике к централизованному теплоснабжению должны быть подключены 789 объектов, включая детские сады, школы, учреждения культуры и спорта, а также многоквартирные жилые дома. В минувшие дни на территорию Кызыла под руководством оперативного штаба республики прошли антитеррористические учения. В проводимых мероприятиях приняли участие подразделения Управления Федеральной службы безопасности, МВД, Росгвардии, Главного управления МЧС, Центра специальной связи и информации, УФСИНа, Пограничного управления ФСБ и 55-й отдельной мотострелковой бригады. На первом этапе учения проверено ситуационное реагирование оперативных служб МВД, Росгвардии, МЧС, а также отработан комплекс
спецмероприятий по установлению местонахождения и нейтрализации членов условной диверсионно-террористической группы, совершивших подрыв самодельного взрывного устройства на территории автостанции «Кызылгортранса», в результате которого якобы пострадали трое. По замыслу второго этапа учения группы злоумышленников, вооруженных автоматическим оружием, осуществлен захват одного из зданий аэропорта «Кызыл». Находившиеся в помещении пассажиры рейса «Кызыл-Новосибирск» и гражданский персонал взят в заложники после того, как террористы отказались от переговоров и возникшей опасности жизни и здоровью людей, руководителем оперативного штаба принято решение о проведении специального мероприятия, в результате которого условные террористы нейтрализованы, а заложники освобождены. Правительство России одобрило законопроект, которым вносятся изменения в федеральный закон о минимальном размере оплаты труда, сообщает издательство «Российская газета». Проект предполагает установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года в размере 11 280 рублей в месяц. Таким образом, РОД повышается со следующего года на 117 рублей. Ранее проект обсуждался в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Президент страны Владимир Путин отмечал, что повышение МРОД положительно отразится на доходах россиян, хотя этого недостаточно для кардинального сокращения бедности в России. В июне стало известно, что регионам будет выделено 36 миллиардов рублей для поддержки в случае повышения минимального размера оплаты труда. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 16 копеек, евро 77 рублей 68 копеек. Георгий Дронов, Андрей Кайков, Галина Данилова и Эдуард Радзюкевич в комедии «Любовный пасьянс» 16 октября в Национальном театре. Нет машины? Шубы нет? Вот вам маленький секрет. В «Белке» шубу покупай и Volkswagen получай. Много шуб в рассрочку. С 24 по 27 сентября. ЦУМ, цокольный этаж. Травы Тувы сохранили рецепт пантового бальзама «Бойдус». Мы улучшили вкусовые качества путем добавления ягод и ароматных трав, сохранив при этом все полезные качества, которые дарует нам природа. Консервантами являются сахарозаменители сахар. С бальзамом «Бойдус» всегда красота, положительная энергия и сопротивляемость к невзгодам. Продукт пастеризован. Магазин «Травы Тувы». Чульдум 44. Овиол. Продолжается активная работа по вакцинации населения против гриппа. К настоящему моменту вакцинировано более 115 тысяч человек. Всего в этом году за счет бюджетных средств запланировано привить против вирусного гриппа около 177 тысяч человек, в том числе более 87 тысяч детей. Активный охват детей вакцинации против гриппа отмечен в Чахольском, Барунхимчикском, Байтайгинском, Авюрском, Тандынском, Эрзинском, Мангунтайгинском районах. Привито более 80% от плана. Тотжинском, Чедыхольском, Кызылском, Пихемском районах более 60%, в Тесхемском, Дзунхемчикском, Сутхольском районах. Мониторинг ситуации по заболеваемости показал рост подверженности сезонным простудным заболеваниям негриппозной этиологии. Порог заболеваемости превышен на 10%, в случае вирусного гриппа не зарегистрировано. Отмечено снижение случаев небольничной пневмонии вследствие запущенности простудных заболеваний. Дождливая и ветреная погода встретила Тува чемпиона мира по вольной борьбе 20-летнего Саина Козырык. Но радушный прием друзей и коллег молодого спортсмена затмил непогоду. Видно, что новоиспеченный чемпион мира к такому вниманию не привык. Саин Козырык ведет себя скромно и сдержанно. Только блестящий чемпионский пояс, как доказательство о высоком достижении, висит на плече спортсмена, говорит о силе духа и воле к победе молодого борца. Финальная схватка с украинским спортсменом Эриком Арушаняном могла обернуться проигрышем. За какие-то 30 секунд до окончания Саин Козырык проигрывал со счетом 3-9, но в одной из последних атак смог уложить соперника на лопатки. В эти доли секунды я взял себя в руки и одержал победу. Все спортсмены на чемпионате были хорошо подготовлены. К этой победе я шел долго и много трудился.
С борьбой Саин Козырек связал свою жизнь. 7 лет начал ходить в спортивный зал «Автомобилист», где занимается и по сей день. Как говорит тетя молодого борца Левтина Хартек, будучи еще 2-летним ребенком, он завораживал всех жителей села Байтай своим танцем орла. На соревнованиях ко Дню защиты детей в 2 года он дал понять, что у него талант в борьбе, исполнив очень красиво танец орла. А так он был очень активным и подвижным ребенком. Родители его отдали в спорт, и вот он сегодня достиг таких высоких результатов. Тренер Саина Козырек говорит, что планка, которая была поставлена в свое время, уже достигнута. Но на этом они не собираются останавливаться. Дальше больше. Он заслужил эту победу, долго шли мы к этой победе, и были и радости, и печали, и травмы, несмотря на это, он как бы очень так грамотно подошел к этим соревнованиям. Ну, в этом возрасте у нас сам этот, ну, первенство мира, самый большой план был, и мы этот план как бы взяли, а сейчас у нас он уже переходит в взрослую. Будет в следующем году будет бороться среди мужчин. Ну, это как бы чемпионат будет, но там же ранг большой. Ну, будем готовиться, нас с января месяца уже начнем участвовать на этом гран-при Иван Ярыгин и дальше там чемпионат России. Такого же мнения и сам Саен говорит, что после небольшого отдыха он снова приступит к тренировкам. Напомним, что чемпионат мира по борьбе проходил 22 сентября в городе Тернава, Республики Словакии. Саин в своей весовой категории до 65 килограммов прошел финал и вышел с победой из числа 26 спортсменов из разных стран. Заправляйся на радио. Новый проект радиостанции «Голос Азии», который ежедневно дарит слушателям по 10 литров бензина от АЗС «Сибпродукт». Достаточно слушать радио, своевременно реагировать на условный сигнал «Поехали» и иметь в своем арсенале фирменную наклейку радио. В момент подачи сигнала на заправке уже дежурит съемочная группа, которая и поздравляет победителя. Мимо проезжал, сегодня условный знак был. Поехали. На этом призы от первого республиканского радио «Голос Азии» не заканчиваются. Сегодня ведущие в черте города спрятали приз от магазина бытовой химии «Химтоп» и придумали загадку, в котором зашифровали местоположение подарка. Кто первым разгадал ее и приехал на место, они вручили набор призов. Сегодня это было специализированное средство для мытья пола и бутылка концентрированного жидкого мыла. Узнаем, кто сегодня был первым. Замес майонез. Поздравляю вас. Круто. Классно. Сейчас лети еще. Спонсор прогноза погоды КПК СССР. КПК СССР – это гарантия экономической стабильности и надежный источник дохода для своих пайщиков. Наша цель – приумножить вашу прибыль и выручить в сложной жизненной ситуации. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. За М10 тысяч на 10 дней переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было. По республике облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно небольшие и умеренные дожди, мокрый снег. В горах снег, в отдельных районах сильные дожди, мокрый снег, возможны грозы. В Кызыле облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 13, плюс 15. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги». Такого еще не было.